Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом применения налога на самозанятых лицом, имеющим статус адвоката. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном письме рассматривался вопрос, когда адвокат сдавал в аренду жилое помещение. И возник вопрос, может ли он применять налог на самозанятых, либо иное название, налог на профессиональный доход, к доходам от сдачи в аренду данного жилого помещения. Рассматривая данный вопрос, Минфин указывает на то, что закон о налоге на самозанятых не содержит каких-либо ограничений применительно к обложению доходов от сдачи в аренду жилого помещения в том случае, если арендодателем является адвокат. В этой связи Минфин приходит к общему выводу о том, что в рассматриваемой ситуации лицо, имеющее статус адвоката, может применять налог на самозанятых. Таким образом, адвокатам, которые сдают в аренду жилые помещения, им необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!